Итак, народ, всем привет! Сегодня к нам попал на распаковку телефон Nokia. Это у нас старая гвардия. Модель N900. И сейчас мы вот посмотрим, что у нас там такого приехало. А вот у нас такой сам телефончик, такой кирпичик увесистый. Что, металл, что ли? Чувствуется, что-то холодит. Так, что тут у нас? Тут у нас Cruzage, флешка в подарок идет, 8 гигабайт. Так, такая флешечка, но это у нас так для компьютера. Тут у нас по комплектации все обычно, зарядка USB-шная, USB-кабель, наушники обычные. Так, ну все, собственно, больше ничего такого здесь нету. Вот, и сейчас мы посмотрим на сам наш телефон. Сейчас немножко еще камеру подымем. Вот такой вот у нас аппаратик. Тут логотипчик у нас. О, он еще и QWERTY. Клавиатура русская. С английскими буквами. Так, сейчас мы это все дело подвеличим. Как вы видели. Так, вот. И, F, Я, Ч, С, М. В общем, все как положено. Вот такой вот у нас аппаратик. Тут наклеечки у нас заклеены, чтобы не царапало там этот самый. Ну, это можно сдирать, это по желанию. Пленка на экране уже стоит. И да, походу, рамка металлическая. Интересненько. Так, тут у нас динамик вот такой вот. Камера. Камера у нас на 5 мегапикселей. Сдвоенная вспышечка есть. Так. Так, ага. Вот здесь у нас еще стилус есть, да. Ёлки-моталки. Ничего себе. Да-да-да. Это у нас блокировка, наверное. Так, а как это чудо включается? А, вот кнопочка. Сейчас мы, наверное, внутрь заглянем, что там у нас внутри. Так, а как он открывается? Так, ага. Вот так вот простенько у нас. Так, батарейка у нас тут BL5J стоит. Ну-ка, глянем под крышечкой. У нас все чистенькое. Новенькие, все хорошо. Тут слот под microSD, под сим-карту. Так, вот такой вот у нас телефончик. Так, как теперь закрывать? Это, наверное, просто. Ага, вот так вот защелкивается. Хорошо. Теперь мы его включим. Тут у нас отдельная кнопочка подключения. Он прикольный. Индикатор событий такой яркий. Вообще. Интересненько. Впервые в руках держу эту модель. Я раньше так наблюдал ее там в интернете, но, скажем так, никогда ним не пользовался. Так что мне тут интересно, конечно, посмотреть. Здесь, по-моему, Symbian OS должна быть, кажется, если не ошибаюсь. Заставочка такая резвая. Так, о, прикольно. Так, ну экран я смотрю. Регион, языки, дата, Россия, нет, ну, такой пустячок, юнитед, Украина, экран, походу, емкостный, как я понял, так, дата, у нас 2016 сейчас, дата 7.07, тоже дата такая, елки-моталки. Ну так непривычно, конечно, клацать по резистивному экрану. Так. Тут еще время такое, ну, как не время отклика, он так, ну, скажем, к нему привыкнуть надо. Вот, у него тут на операционке своя такая особая манера отклика там, то есть, вот, ну... Это не есть проблема. А экран вроде такой ничего даже. И батарейка полная. Ничего себе, телефон столько лежал.
Так, сейчас он растормозится. Что думает? Так, и... Угу. А, вот, это все, это и заставочка. Телефон, так, параметры. Сейчас мы яркость экрана подкрутим. Так, профили, дата, экран. Угу. Так, яркость. Автоматическая блокировка, сенсорный экран с вибрацией. Включить подсветку экрана при зарядке. Время подсветки, ну, 2 минуты пускай будет сохранить. Так, а тут кнопок нету. Хочется все время здесь кнопки нажать, блин. А их же тут нету. А как же назад выходить? Это что такое? Непонятно. Кнопка какая-то. Так, а как же выходить назад? Так, так, так. Ага, назад вот просто вот так клацаю. Вот, многозадачность есть даже. Круто. Так. Ови у нас здесь есть. Facebook, Twitter. Ну, в принципе, все как положено для смартфона. В принципе, работает плавненько так. Заставочка такая интересная. А ну, сейчас посмотрим еще, что там есть за заставочки такие. Так, может, обои какие-то. Индикатор, профиль, языки, экран, темы. Так. Digital Natur какой-то. Видите, получить больше тем от Ови. А что это? А ну-ка. Поглядим. Android ZM. Что у нас там за темы? Ну, экран, я вам скажу, качественный. Он не выцветает ни под какими углами. Конечно, не OGS, но тем не менее, я вообще ничего не вижу, чтобы он там выцветал. Вообще нету это. Такая вот заставочка у нас темненькая. Ну, работает плавно так. В принципе, мне нравится. Вот настроечки можно сразу зайти сюда. Настроить рабочий стол. Тема. Еще раз зайдем в тему. А ну что здесь сюда? Android ZM. Посмотрим, что тут у нас такого. Так, уже выставилось, походу, да? Сейчас еще немножко. Он преобразит наш экран. Клавиатура светится. Думаю, вам видно, да? Видно. Так, готово. А, тут обычная темка такая. Так, а как отсюда выйти? Так, а как выходить отсюда? И непонятно что-то. Хм. А, вот. Все, то есть вот такая вот тема у нас получается. Так, это у нас так. Мы... Ага, просто нажимаем сюда, обратно, и все, он выходит. Интересно. Так, а номеронабиратель. А ну-ка. Клавиатура для набора. Ну, отзывчивый экран хороший, в принципе, удобно. Нормально. Я бы даже сказал, отлично. Так, что там еще? Только вот, блин, не хватает вот здесь кнопок, реально, хочется нажать. Короче, я уже просто, ну, привык на своем телефоне, думаю. Нажимать-то нечего. Так, это мы сюда выходим на главное меню. Так, тут у нас режим многозадачности есть. Это, конечно, прикольно. Так. Угу. Ну, все, в принципе, такой вот у нас аппаратик пришел. Камера, а ну, автоматически включается, когда шторку отодвигаешь. Да, камера запускается. Отдельная кнопочка под камеру есть, вот она. Фокусируется шустро. Хорошо. Так, медиаплеер есть, видео и так далее. Интересный аппаратик. Так, а как? Ага, сейчас посмотрим, может, картиночки какие-то есть. Так, закроем. Фото. Так, ну, нет, здесь только картинки на заставку. Собственно, стандартная тема. Ну, тут много, короче, картинок. Такие целая куча. Так, а ну-ка.
Это что у нас? Слайд-шоу началось. Не, не надо нам слайд-шоу. Так, а как же выставить на экран? Отправить CMC или отправить по электронке? Так, хорошо. А это что? Теги. Готово. Интересно. Так, а тут чего? Так, сохранить, сохранить как, отменить, отметить как избранное, сделать фоном, о. Так, хорошо. Так, а ну-ка, фоном сделалось. Да, вот оно. А, тут, угу, как отдельный рабочий стол, видите? Вот так вот. Можно на каждую эту самую выставлять свою картинку отдельно. Ну, прикольно еще, нормальный телефончик такой. Так, можно пользоваться. В принципе, только не мне непонятно, как тут акселерометр работает. Ну да, работает. Акселерометр работает. Но только когда вы заходите в какое-то приложение, так он почему-то не переворачивает. Ну не знаю, наверное, в настройках надо копаться, делать это все дело. Ну в общем, такой хороший аппаратик у нас здесь. Вот, я его посмотрел, все отлично работает. Индикатор событий очень яркий. Фронтальная камера есть, датчики даже есть. Отлично. Вот такой вот у нас телефон Nokia N900. Все, всем спасибо за просмотр видео. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии, спрашиваем, интересуемся, если кому интересен этот телефон. И до скорых встреч, пока!